Медали из чистого золота и серебра – уникальная награда, аналогов которой нет во всей России. Ее в этом году получили 17 выпускников из областной столицы Цельнинского, Чердаклинского и Ульяновского районов. Ребята отличились своим талантом и острым умом на федеральном уровне. В числе лучших – Софья Марчиня. Девушка окончила школу с золотой медалью, стала финалисткой Всероссийской олимпиады школьников по литературе. У нас были вообще замечательные педагоги. Огромное им спасибо за вклад в мое будущее, потому что по большей части именно благодаря ним я сейчас на том пути, на котором я стою. Был один год полный такого очень большого труда. Постоянно нужно было что-то учить, перечитывать, что-то делать, выполнять задания. Но я справилась с их помощью, и благодаря ним я теперь могла даже не сдавать ЕГЭ, и меня уже ждут вот в вузе, в который я хочу попасть. Это еще одно преимущество всероссийских олимпиад – упрощенная процедура ЕГЭ. Готовилась к интеллектуальному испытанию Софья на площадке центра «Алые паруса». Здесь в прошлом году созданы региональные сборные для занятий школьников. Это в совокупности с компетенцией педагогов позволило в полтора раза увеличить количество заинтересованных, талантливых ребят. Символично, что именно в «Алых парусах» прошла торжественная церемония вручения медалей. Сегодня Россия нуждается именно в таких, как вы, умных, молодых, инициативных, способных реализовывать новые проекты и идеи. В свою очередь мы уделяем и всегда будем уделять вам большое внимание. Алексей Русских вручил 4 золотые и 13 серебряных медалей юным дарованием региона. Из года в год число лучших выпускников растет. Ребята стремятся показать себя, вкладывают много сил в образовательный процесс, чтобы в перспективе найти призвание и тем самым внести свой вклад в развитие Родины. Ну, я думаю, стремление детей в любом случае есть, да? И это, наверное, не связано только с мерами поощрениями, а потому что это их профессиональный путь. И здесь действительно целеустремленные те дети, которые долго шли к тем самым победам, которые они заработали. В минувшем году медали за особые успехи в обучении получили 15 выпускников, 9 из них взяли золото. Для большинства ребят такой бонус – символ успехов и удачи, которые в будущем помогают им уверенно шагнуть в студенческую жизнь. Многие для обучения выбирают вузы областной столицы, попутно проходя практику на предприятиях региона. Так молодежь может понять профессию изнутри и определиться с будущим местом работы еще до окончания университета. Александра Никитина, Сергей Кудаков. Управда ТВ.